Приветствую вас, друзья! Большинство из вас, конечно же, уже слышали о том, что в Сочи люди ловят красную рыбу. Расскажу об этом вкратце. В 20-х числах января, а точнее числа 26-го, сильный шторм разрушил ограждение форелевого хозяйства в районе Сочи, и в море попало, предположительно, более 300 тонн радужной форели. В первые дни форелевого бунта весь город вышел на улицы. Таксисты побросали свою работу, и даже те, кто никогда удочку в руках не держал, пошли ловить рыбу. А кому-то повезло и поймать форель голыми руками, так как сильными волнами выбрасывал рыбу на берег. Цена радужной форели в среднем 700 рублей за килограмм, а попадаются достаточно крупные особи до 7 килограмм. Я пришел в морпорт лично посмотреть, как ловят рыбу, и до первой поклевки подождал всего лишь пару минут. В результате в течение 20 минут при мне выловили 3 особей. Один из них действительно достигал больших размеров. Но форель на Сочи не остановилась, и спустя неделю блогеры Крыма говорят о том, что красная рыба дошла до берегов Ялты, а это по морю 750 километров. Судя по всему, рыбка чувствует себя очень неплохо в Черном море, и думаю, что это еще не последние новости о форели, сбежавшей из Сочи. Если вам понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!